Даже именоваться не стану, наверное. Есть категория хоккеистов, которым вообще не важно, какой номер. Да. А кто-то придает значение. Да, значение большое. Тот же самый, к примеру, вспоминаем. Сейчас мы видим Файзулина, 93-й номер он, да? Когда пришел в команду в прошлом году Николай Жердев, Файзулина отправили в тот момент в «Нефтяник», но он все равно был заявлен за «Акбар» в силу двухсторонних контрактов, и его поменяли номер. Ну, 93-й номер остался жертвой. Ну, согласитесь, демократии сейчас в хоккее больше. Помните, в советском хоккее вратари первые и 20-й, все, железно. Да, да, совершенно верно. Защитники там со второго по 10-й. Ну, поэтому... А все, остальные нападающие. Да и сейчас первые 20-й номера такие, потому что первый номер там тоже множество солидных, крутых, так скажем, вратарей играли. Да, 20-ка, это, конечно же, ну, третьяк. У него был 20-й номер, легендарный. Сейчас посмотрим по номерам, кто у нас будет реализовывать буллиты. И кто начнет первым тоже. Интересно. А сегодня у арбитров не так много работы. Кстати, было, несмотря на такой контактный силовой хоккей, наверное, удаления все были справедливыми. И у таких спорных эпизодов было, знаете, так полтора вот так вот спорных эпизодов. Не более, действительно. 4-0 проиграл тем временем.